где деньги? Саквариллидзе поразил заявлением, он прав на 100%. Сначала процитируем Давида Саквариллидзе. Уважаемый депутат, я просто хочу задать вопрос. Как патриот и грузин, и гражданин Украины, который связал свою судьбу с Украиной и который собирается жить в Украине. То есть я как-то отвечаю вашим меркам и стандартам, которые вы озвучили. Вот вы назвали все, что делали те люди, которые приехали работать в Украину. Все провалилось, так сказать, закончилось крахом. А можно перечислить, что закончилось крахом? Я как-то часто слышу это все, и хотелось бы как-то подробнее узнать, в чем эти люди виноваты, и я, наверное, в частности. И связана ли наша репутация или наша деятельность с коррупцией, с воровством, с предательством и компромиссами совести? Или с чем-то, что против, например, запросов украинского общества? Что конкретно из тех проектов провалилось? Может, про Зорро провалилось? Может, патрульная полиция провалилась? Может, таможня в Одессе провалилась при нас? Может, наши старания или иные задержания, которые удалось сделать при Порошенко, может, там что-то мы недоработали? Вы переживаете за Михаила больше, чем он сам? Вы видите, где он должен быть, на какой должности и так далее? Но у меня один единственный вопрос. Прямо сейчас многие пишут мне в онлайне. Не всех депутатов люди знают от «Слуги народа». Вас очень много там, и вы, так сказать, стихийно зашли в парламент. Не могли бы вы представиться и рассказать, почему ваше место было именно в парламенте, апеллируя к вашему бэкграунду, заслугам доведенных результатов? Кроме того, Саквариллидзе в своем недавнем посте написал, народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Качура является руководителем обособленного подразделения ВО «Всеукраинское общественное движение. Украинский выбор» в Соломенском районе Киева. Об этом сообщается в письме Центрального межрегионального управления Министерства юстиции, полученном в ответ на запрос. Нардеп от СН Александр Качура очевидно, что до сих пор держит обиду на экс-заместителя генпрокурора Давида Саквариллидзе, поскольку вот что он заявил после слов Саквариллидзе. Удивляет, что Саквариллидзе позиционирует себя как член команды Саакашвили, но в это время публикует о членах «Слуги народа» негативную информацию. Я пригласил господина Саквариллидзе на публичные дебаты, но он отказался. У него не хватает воли, не хватает, пожалуй, внутренних сил и нечего сказать, кроме оскорблений. Вип-агитаторы, такие как Давид Саквариллидзе, ходят по всем эфирам и рассказывают, что у них были успешные реформы. Но я посмотрел, что заместителя Саквариллидзе поймали на взятке в $5000. Было громкое дело бриллиантового прокурора, но они все получили миллионные компенсации, потому что их права нарушались. Мне говорят, что офисы появились у господина Саакашвили, когда он был губернатором. Есть разная такая информация, отметил народный депутат. Подать в отставку соратница Саакашвили разнесла Шмыгаля. Сегодня утром в слуговских чатах появилась информация о предложениях Кабмина относительно поэтапного выхода из карантина. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат от СН Лиза Богуцкая. Помнится, когда-то давно за плохие новости Гонцу голову рубили, поэтому не буду о плохом, сразу перейду к делу. Кабмин, видимо, не знает, что народ уже вышел из карантина без всяких этапов. Людей только раздражает отсутствие возможности свободного перемещения, а тех, кто обычно пользовался городским транспортом, просто раздражают расходы для перемещения больше ничего. А рассказывать о том, что надо сидеть дома, когда идет сезон посадок, хотя бы в землю, это полная дикость. Парки. Наконец-то можно, но не более 5 человек вместе. Интересно, как полиция будет высчитывать 6-го, на которого надо будет выписать штраф? По-моему, вход в карантин был намного легче, чем выход. Судя из конвульсии Шмыгаля, ему бы в отставку подать было бы, наверное, проще, чем рисовать пирамиды Маслоу. Думаю, что Жора Ключник со мной полностью согласен. Кроме того, раскритиковала Лиза Богуцкая и главу НБУ Якова Смолия. С трибуны парламента вещает Яков Смолий, председатель Нацбанка Украины. Зал Рады в свободном полете. Зачем Смолий старается? Ведь все равно не важно, что он там читает с листочка. Важно, что он делает. А здесь гордиться нечем. Зачем это очковтирательство? Это я не у вас спрашиваю, это я возмущаюсь. Какой закоренелый совок, написала в своем Facebook-аккаунте Богуцкая. Стоит отметить, что премьер-министр Денис Шмыгаль не смог ответить на вопрос о создании 500 тысяч рабочих мест и озвучить свою позицию по антифоповским законам. Нардеп поставил вопрос о создании обещанных 500 тысяч рабочих мест в Украине и позиции премьера об отмене антифоповских законопроектов 2644 и 2645. «К сожалению, не знаю даже, что ответить», — сказал премьер-министр после паузы.
паузы. Впоследствии премьер отметил, что Кабмин 13 мая утвердит правительственную программу создания рабочих мест. Сегодня на заседании правительства Министерством экономики будет представлена программа с четкой раскладкой, где, когда и какие рабочие места будут созданы, сказал Шмыгаль. Непосредственно в сфере строительства дорог и транспортной инфраструктуры мы создадим 154 тысячи рабочих мест. В самой этой сфере плюс сопутствующие отрасли и бизнес, отметил премьер-министр. Он добавил, что эта программа будет направлена как на сохранение рабочих мест, так и на создание новых. Лидер фракции «Батьковщина» Юлия Тимошенко назвала банковский закон неконституционным и заверила, что он нарушает 11 статей Конституции Украины, в связи с чем будет отменен после голосования. Об этом она заявила во время выступления в Раде. Возможно, МВФ и кукловоды из глобального пространства не знают, что после принятия этого закона он будет отменен в Конституционном суде как глубоко неконституционный. Этот закон ничего общего с приватбанком не имеет, и я вспомнила одно из публичных выступлений руководителя фракции «Слуга народа», который сказал: «Да, этот банковский закон антиконституционный, но его надо принять, чтобы получить кредит МВФ. Во что вы превращаете страну? Почему вы позволяете топтать Конституцию Украины в обмен на законы, которые прямо противоречат национальным интересам Украины, как этот так называемый банковский закон?» – подчеркнула она. По словам Тимошенко, Национальный банк как минимум 6-й год не подчиняется воле и национальным интересам украинского государства, а управление якобы осуществляется извне. Этим законом предусматривается, что теперь Нацбанк не просто будет выведен за пределы управления страны, а он еще будет выведен за пределы судебной юрисдикции Украины. Потому что для НБУ решение суда теперь уже не будет законным. Управляют страной марионетки, которые не понимают даже, что они делают, и объявляют победами явные поражения Украины. Этот закон не против Приватбанка, это манипуляция для того, чтобы легче легковерному народу впарить такие решения. Этот закон прямо против суверенитета Украины, потому что суверенитет Украины – это право украинского народа управлять своей страной. А в этом законе украинский народ лишается права управлять НБУ и лишает Нацбанк конституционного долга подчиняться решению суда, добавила политик. По словам нардепа, еще одним важным моментом является то, что антибанковский закон якобы оставит безнаказанными должностных лиц, которые надругались над 105 украинскими банками, над средним классом, у которого забрали все, что они имели, из-за уничтожения банков. Фонд гарантирования вкладов, который фактически украл имущество среднего класса и раздал своим за бесценок, и люди, которые потеряли свои сбережения в результате и на основе преступной деятельности НБУ. И все останется безнаказанным, а люди без справедливости. Этот закон объявляет амнистию тем, кто руководил НБУ. Гонтаревой и Ко, тем, кто управлял фондом гарантирования вкладов, Волошин и Ко. А людям не вернут ни копейки, потому что все уже украдено, отметила Тимошенко. Отдельно она сообщила, что ее команда подала в Верховную Раду другой законопроект, который реально справедливо расставляет все точки над «и». На Европейской площади в центре Киева в 10 утра началась акция протеста перевозчиков. Участники намерены добиться от Кабинета министров Украины разрешения на внутренние и международные перевозки, так как нелегальные перевозчики работают. Из-за большого количества припаркованных автобусов в центре Киева образовалась пробка. Перевозчики считают, что условия карантина нечестные, и пока некоторые вынуждены сидеть дома и нести убытки, много заведений и предпринимателей работают нелегально. Ресторан «Велюр» Николая Тищенко работает, парламентарии все работают, а перевозчики должны сидеть дома. Мы требуем разрешить работать как внутренним перевозчикам, так и международным. Я на карантине уже все фильмы пересмотрел. Нужно работать и поднимать экономику. Надеемся, что правительство нас услышит. Мы готовы начинать работать уже сегодня, заявил в комментарии «Стране» Павел Кулик, начальник автоколонны в автобусном автопарке. Павел, представитель компании «Транстемпа», хочет, чтобы Украина в вопросе перевозок ориентировалась на Запад. В Европе работают международные внутренние перевозки. Почему в Украине ничего не работает? Уже нет сил ждать. Силы заканчиваются вместе с едой и деньгами. Мы требуем от правительства дать нам возможность работать. Почему нелегальные перевозчики, которые берут в 4 раза больше и не платят налоги, могут сейчас работать, а легальные предприниматели должны сидеть дома? Под Кабмин я пришел в надежде, что нас услышат и дадут возможность работать и зарабатывать, поделился мужчина. Перевозчики перешли от Европейской площади к Кабмину. Их собралось больше 200 человек. Протестующие стоят без плакатов и ведут себя сдержанно. Для того, чтобы их услышали, они сигналят автобусами.
Валерий, перевозчик из Волыни, рассказал, как работают нелегальные перевозчики во время карантина. На данный момент де юре рынка перевозок нет, а де-факто он есть. Все работает, как международные, так и внутренние перевозки. Во время карантина, когда все говорят, что границы закрыты, вы спокойно можете купить билет из Мариуполя в польский город Щецин. И вас на микроавтобусе довезет нелегальный перевозчик. Если карантин, то для всех. Если нет, то откройте международные и внутренние сообщения. Под Кабмин иду с надеждой, что нас услышат, рассказал перевозчик. Неожиданно на митинг под кабинетом пришел какой-то молодой человек, хотел вырвать микрофон у организатора, чтобы прочитать стих, однако не смог этого сделать, так как его задержала полиция. Он успел сказать только то, что он из Харькова, приехал в Киев рассказать о болезни отца. Перевозчиков поддерживает движение SafeFob. Перевозчики совместно с движением составили общую резолюцию, требований в нее входит возобновление внутренних и международных перевозок, запрет на рынке пассажирских перевозок транспортных средств до 9 человек, так как они в основном работают нелегально. Кредитование и государственную поддержку перевозчиков. Кроме того, перевозчики хотят, чтобы им компенсировали налоги, которые они заплатили в период карантина. Об этом они написали в обращении к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.